Приветствую всех. Извините, народ, что не получается часто выпускать видео. Есть некоторые объективные причины, ну ладно, то не суть. Ну вот я решил записать, как я собрал новый коптер. У меня просто старого коптера, который у меня есть в видео. Здесь ссылка будет в описании, где я его описываю. Мне его, честно говоря, уже не хватает, потому что он тяжелый. Он весит где-то 200 килограмм. С батареей совсем. Раньше я летал в бокс 2, еще как-то хватало. Сейчас с прохой летаю и тяжелее. Уже ощущается, уже не хватает. И я просто-напросто решил перекинуть на новую раму все, на GRPC Mark 4. Это очень легкая рама. Она легче той рамы моей, где-то грамм на 50. Это раз. Во-вторых, почему? Это я сделал, потому что я не могу подлетать близко к скалам, мне понравилось дайвить, а в горах, как вы знаете, постоянные ветра, и причем порывами. И мне не хватает мощности коптера. Я пару раз подлетал близко, и пару раз была опасность, что дрон потеряю. Не успевал выруливать. И решил я сделать коптер немножко полегче и помощнее. Эти моторы пока временные. Это Ямаксы на 1200 кВ перемотанные. Здесь будут моторы стоять от Brother Hobby, как они там называются. 28.06.5 на 1300 кВ. Достаточно массивные моторы будут стоять. Они уже в пути. И этот коптер перейдет на 6S. Так как у меня вся электроника была на 6S на том коптере. Это Matec F405 CTR и Resistar классика на 30 ампер, регулятор 4 в 1. Это достаточно. Он на 30 написан, но он в пике держит до 40. То есть это 4×4, 160 ампер суммарные. Я не знаю, таких еще батареек надо поискать. Тем более на 6S. Ну, описывать все я смысла не вижу. Прям это не установка полетника видео. Это просто описание, как я собрал этот коптер. Получился достаточно симпатично. Изначально, что я вот тестил, запускал. Нормально он летает. Есть с ним небольшие косяки, с которыми надо разобраться. Но это уже мелочи. Собрали, летать научим, как говорится. В видео вы увидите два варианта. Сначала я антенну установил вот так, она у меня стояла здесь и ставил здесь. Мне этот вариант, он мне нравится чисто логистически, потому что антенна стоит здесь сзади, а вроде бы никому не мешает, никуда не цепляет. Но здесь сзади батка, здесь камера. И у меня где-то на километре, на 500 метрах даже, по-моему, фолсейв первый случился, на кроссфайре на 250 милливатт. Такого у меня никогда не было. И сразу я его пришел, снял и поставил, распечатал новую приблуду. Здесь же сразу вы в видео увидите, как это все устроено. И перенес сюда антенну. По видео я не вижу смысла описывать, разговаривать. Там вы просто посмотрите, как это все происходило. Единственное, пару заметок. Когда я снял полетник и этот, я его отмыл в растворитель. Я всегда советую всем мыть в растворителе. Прям кидаешь в растворитель на минут 5 полетник. И отмываешь его от старого клея, от флюса. Потому что я фиксирую провода уже очень давно. Именно провода фиксирую от вибрации. Простым это типа нашего момента. Я планировал поставить на нее Фоксер или Предатор, или фолькор. Но так как у меня, я посмотрел, я распечатал такие штучки сюда, чтобы поставить. Так, в таком положении у меня сильно вперед выдвигались. Если эти штучки ставить назад, то камера уходила сюда сильно за раму. Но это потом я разберусь. Или скорее я ставлю, потому что эта камера Runcam Eagle, она достаточно хорошая, качественная. Что тут еще? Здесь по электронике, я как сказал, здесь Matec 405 стоит, Rep 35, и Chime 1200 стоит на 1 Вт VTX, автономная пищалка,
кроссфайр управления, антенна клевер, вот такая отличная антенна от поляков, она очень сильно качественный сигнал передает, прям сказка. Проха, это с фильтрами, кстати, в видео вы увидите, почему я сделал такой вариант. Во-первых, вот так фильтры не потеряются, потому что это пас. Во-вторых, у меня вот таких три фильтра. Это фильтры от ТБС, они очень дешевые, очень хорошие. И я просто вот такие штучки напечатал по три фильтра. Вот так вставляю, чпок. И сюда вдвигаю, они в пазах, и он не улетит. Мало того, потом еще ремнем вот так это стягивается все. И вот этот язык именно для этого нужен, потому что так есть еще вариант, что улетит, а вот так точно он не улетит, и он его останется. Только ремень порвать. Ну, дальше описывать здесь смысла нету. Я скину потом, может, диверку, я попробовал летать на нем. Он где-то летает 4,5 ампера у него в круизе на 4S1P на литионы. Ну, расход, скажем так, среднего, не прям на рекорды, среднего дальнолета минут 40 он будет летать, если на 2P поставить. Он будет летать, потому что коптер получился не сильно тяжелый сейчас. Коптер с прохой получился, я даже сам еще не взвешивал, 535 грамм. 538, 535, это вот так. Так. Ну, плюс еще батка, то есть килограмм он где-то будет весить. С полной баткой, со всем снаряжением. Это не так много, это на 200 грамм легче, чем тот коптер. 200 грамм это много. Ну, так вот, парни, посмотрите видео. Это, я бы, как говорил, это видео не обучающее, как устанавливать полетник. Это просто видео обмен опытом, как я одеваю чехлы, то есть эти змеиную кожу, как я прихожу к одному, к тому решению. Ну, вот как-то вот так. Если будут какие-то замечания или вопросы, вы сами знаете, что я ВКонтакте, в личке постоянно всем всегда отвечаю. Если видео я не выпускаю, это еще не значит, что я не поддерживаю наше сообщество. Очень много вопросов мне задают ВКонтакте, я всегда всем отвечаю. Все файлы я скину на Твинги, Твингиверсии, все там найдете. Кому, если кто захочет повторить проект, пожалуйста, я не против. Удачи вам всем, народ! И удачных полетов без ветряных.